Звезд, выбирая лучшую игру. Только боевиком эту игру можно назвать с большой натяжкой. Сейчас сами поймете, почему. Герои игры — два брата-грабители Бананза. Естественно, вы играете за них, и ваша цель — опустошить как можно больше сейфов и кошельков мирных граждан. В вашем арсенале есть пистолет, но не обычный, а просто, видимо, оглушающий, так как крови и убийств в этой игре нет. Второе оружие — маска на лице, чтобы наводить ужас и быть неузнаваемым для полицейских. Играть можно одному или вдвоем. При игре вдвоем экран делится напополам, и для каждого игрока открывается свое поле действия. В центре экрана находится карта уровня с указанным местонахождением ценностей. Уровни нелинейные и имеют псевдо-трехмерный вид. Враги не очень разнообразны. Это простые полицейские, вооруженные пистолетами, спецназовцы в амуниции с щитами, поразить которых просто оглушающим пистолетом, естественно, нельзя. Хитрить надо. Сзади к ним нужно подходить. Также попадаются почти безобидные собачки и вредные толстые мужики, кидающие бомбы. Иногда бывают моменты, когда врагов можно вывести из строя совсем уж изощренным способом. Например, ударить дверью или раздавить гидравлическим прессом. Можно также спрятаться, взяв робота, что называется, на прокат, голову и нацепив ее на свою. Вы просто зальете с интерьером, и коп вас не заметит. Игра сделана очень качественно, с большой долей юмора и с хорошим уровнем сложности. Уверен, все игры не пожалеют, купив ее. Вау! Бонусы. Но, как говорится, повторение — мать учения, так что внимательно смотрим и слушаем. Дело было в джунглях Южной Америки, в каком-то затерянном городе индейцев Майя. Там находились археолог мистер Питфол и его сын Гарри. Они, естественно, не подозревали, что в джунглях надо вести себя очень осторожно. Так получилось, что отца Гарри похитили. Оказывается, это сделал дух, потревоженный археологом и его сыном. Гарри пускается на поиски отца. Ему надо пройти через джунгли, болота, шахты, древние храмы и города. Вооружен Гарри прямо как Индиана Джонс. Плетью. Хотя помимо нее у Гарри есть еще и камни, бомбы и бумеранги. Игра очень сложная, но умелые игроки с ней справятся. Вообще старайтесь искать на уровне бонуса. Если повезет, вы получите жизнь. И вообще собирайте все, что плохо лежит. Не стесняйтесь бить, опять-таки, все, что движется, будь то летучая мышь или дух ожившего воина. Все они смертны, и к вам, друзья, записываться не желают. Кстати говоря, вам ничего не напоминает эта игрушка? Лазание по деревьям, катание на канатах, тропический пейзаж. Да-да, Pitfall в точности похожа на игру «Книга джунглей». И что самое интересное, делали эти игры совершенно разные фирмы. Надо сказать, неплохо потрудились. Но вот насчет того, почему они так похожи, не знаю. Случайность, наверное. Ладно, на этом заканчиваем рубрику «Сегу».